Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Владислава, я сотрудничаю с агентством по недвижимости. И сегодня я хочу вам представить квартиру планировки 1+1, которая находится в районе Тедже. Добро пожаловать! Совмещенная кухня с залом, то есть, как сейчас по-модному говорить, американская кухня. Здесь вы можете увидеть место под холодильник. Здесь можно поставить на стиральную машинку. Также можно здесь оборудовать шкафы, прихожую небольшую такую, чтобы, да, так сказать, повесить ваши вещи, где можно было поставить обувь. Квартира приблизительно 30 квадратных метров, то есть квартира небольшая. Как раз вот, да, то, что вы чаще всего выбираете. Это район ТЖ, это 1+1 и небольшая квартира. Соответственно, и цена ее очень благоприятная. На сегодняшний день цена этой квартиры 650 тысяч лир. Здесь вот внизу я напишу в долларах, в евро цену на сегодняшний день. Пройдем в ванную комнату. Здесь у нас санузел и ванная комната. Дом газифицирован, поэтому новый хозяин может поставить комби-котел и... Соответственно, будет у нас газ, будет горячая вода. Также вот эти вот проводки сделаны под водонагреватель. Вы можете также повесить на всякий случай водонагреватель. Далее пройдем в спальню. Спаленка небольшая. Комната. Квартирка очень просторная, светлая, компактная. Находится на первом этаже. Первый турецкий этаж, по-нашему это второй этаж. То есть как бы это не гиришка. То есть как бы это не квартира не находится на нулевом этаже. То есть это первый этаж. Как бы, не бойтесь, святая охраняемая. Есть у нас здесь и охрана, есть менеджер дома. Поэтому есть также установлены камеры, поэтому не переживайте, потому что часто почему-то люди переживают, то, что может, квартира находится на первом этаже, а вдруг там кто-то залезет или кто-то там дограбитель. Тут такого нет, потому что почему есть охрана всегда. Пройдем на балкон. Потрясающий вид на бассейн, на детскую площадку, на беседки. То есть все, да, комплекс с инфраструктурой. Также есть у нас паркинг под наши автомобили, детская площадка, место под мангал. Также можно здесь готовить шашлыки, отдыхать с друзьями. Приблизим немножечко, покажем вам. Море находится в 250 метрах. То есть вот, пожалуйста, вот там вот уже море. Очень близко. Выходите из своего красивого комплекса, из своей красивой квартиры, поворачиваете направо и идете на пляж. Поэтому пляж очень пешей доступности. Здесь вся ТЖ инфраструктура, достаточно все близко, все пешей доступности. Магазины, маркеты, базары, ветеринарка даже есть в ТЖ. Вот, поэтому как бы это то место, которые выбирают для жизни наши люди из СНГ. Ну а теперь, дорогие друзья, отправляемся в путешествие по территории комплекса. Путешествие свое начинаем с лестничной площадки, с подъезда. В подъезде установлена LED-овская подсветка из-под освещения. Благодаря этому подъезд выглядит больше как пятизвездочный отель. Зачастую подъезды в Турции украшены вот такими вот люстрами красивыми, зеркалами, картинами. Также в холле в подъезде обычно стоит мягкая мебель.
Лифт также очень хорошего качества и рассчитан на 10 человек. Ну а теперь мы оказались на территории самого комплекса. Дом у нас состоит из 14 этажей. На территории комплекса достаточно большая парковка, и это считается огромным плюсом. Есть вот такие вот беседки для отдыха. Ну и, конечно же, на территории расположена небольшая детская площадка, где могут играть ваши дети, а вы из окна вашей квартиры сможете за ними наблюдать. Территория комплекса достаточно зеленая, посажены пальмы, посажены вот такие вот кустарники, которые будут радовать ваш взор. Сейчас я показываю вам бассейн. Зачастую бассейны в Турции открываются где-то в июне месяце, в середине июня месяца, и закрываются в конце августа. На очереди нашей экскурсии место для мангала, где можно жарить шашлыки. Специальная пристройка сразу у входа в сите для охраны, для того, чтобы вы смогли спокойно спать ночью, ну и, конечно же, не переживать, вдруг, если вы куда-то уезжаете, да, чтобы вы не переживали за свою квартиру, что могут что-то украсть, да, посторонние люди. В сите также есть мощный генератор на случай, если вдруг отключать электричество. Территория сите достаточно большая, также расположены вот такие вот небольшие лавочки для того, чтобы вы могли выйти из своей квартиры и немножко отдохнуть. Также есть баскетбольная вот такая вот площадка для ваших детей-подростков.